Ну что? Понимаешь, золото в сейфе. Золото в сейфе, ты проверял? А ну быстро! Витька! А ну давай домой! Степан, приезжай в ЧК, вызови Грунько Дмитриева Лемеха. Ты меня слышишь? Слышу. Вместо Шилова пойдешь ты. Ну а ты что стоишь? В первый раз, что ли? Не могу я, Васильевна, эту должность. Не могу. Мне бы в армию или на завод. Да вы что? Я тебе покажу завод. Да вы что? Я вам не дам. Я вас...